Йо, друзья, Рикард, на связи, всех вас приветствую. Мы продолжаем проходить Call of Duty Modern Warfare 1 Remastered. Вот. И на самом деле эта игра не очень-то вообще длинная. Уже 6 серий была, это 7, я думаю, максимум 10 будет. В настоящее время 8 часов спустя после смерти Эльдосада. Вот. Предыдущая миссия была прикольная, в Припяти это вообще было огнево. Очень так, немножко не может свет убавить. Жара, 9.40, Северный Азербайджан, Соу Макдавич. Да, вот так вот убавим. Не обращайте внимания на всю эту чушь. О. Контратака неизбежна. Бляха. Я помню эту миссию. Ох, тут жаришка сейчас будет. Да-да-да, пощадите вы, блядь, дебилы. Смотрите, кстати, днем вообще по-другому выглядит, да? Это все мы проверяли, жгли нахрен. Так, после смерти Захаева, блядь. Опа. На, это уже вы успели. А, это же уже не. Ох, блядь. Это настоящая война, пацаны, блядь. Это как в 45-м. Не зря мне пулемет дали. Смотрите, блядь, какие козлы. Да-да-да. Какая помощь? Нереально, походу, считаю, что мы здесь больше. Иначе уже давным-давно с таким. О, блядь. С таким количеством противников, точнее людей, можно было бы уже прорваться давным-давно. Смотрите, еще что-то меня задело, блядь. Мне этот пулемет Days Gone напоминает. И, кстати, уже прошел Days Gone. Блин, жаль, хорошая игра, и жаль, что второй части. Воду не будет, то что она сбора не собрала. Офигенно, одна из лучших игр, которые я играл. Меня просили, там один чувак просил пройти Days Gone. Я пытался пройти Days Gone, но блин, у меня при записи она лагала, поэтому. Мак? Мактавиш, это я? Суки, смотрите, смотрите, какие сволочи. Бля, у меня патроны кончились, кончаются точнее. Да-да, пора уходить. К минигану? А, на вертолете? Отправляюсь к минигану, блядь. О, этот миниган, кстати, был. О, они уже свалили отсюда. Да, если бы мы там остались. Да им пиздец. Я, кстати, помню, не мог понять, про какой миниган он говорит, блядь. Ох, бля, охренеть. О, GTA-шки. Тревор, GTA-шки 5, Тревор миниган в руках нес. Дебил. Да я с этими проблемами, блядь, смотри. Что мне делать нужно? Что мне делать нужно, блядь? Блядь, что мне делать надо, пацаны? Цель выше. Сука. Цель выше. Тут или что? А, да. Бля, что-то вообще не помню уже про эти детонаторы. Здесь никого нету, блядь. Ладно, по миссии нужно. Пусть они прибегут. На, блядь. Ух, блядь. Возвращаемся на ферму,
О, блядь. Газ уже тут. Иду, 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 иду. Да, вот это жестко, пацаны. Блядь, не пролез. Джевелин в амбаре. А, мы здесь, кстати, леса там очканули. О, блядь, вертушки. Я, кстати, помню в амбаре Джевелин. Да-да-да, вот она. Блять, у меня снайперка есть. Мне нужны танки вообще-то. Ёб твою дивизию. Ууу, прячься, 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 сок. Один танчик минус. Нужно забраться наверх. И отсюда попробовать их. Ага, отсюда нихера не видно. Охренеть, да? Смотри, смотри, смотрите, как сейчас упадет. Бах, блядь. Где еще? Да ладно. Охренеть, сквозь стены видит, пацаны. Как это? Это, блядь, что? Ну, вот это я понимаю. Ну, не сквозь стены же. У меня, кстати, была снайперка, оказывается. О, сюда. А у меня есть снайперка. О, 7. А мы готовы, мы готовы. Ух, блядь. Смотри, что скинул. Охренеть. Ох, блядь, а как мы прорвемся? Чего выполнять, блядь? Вас понял. Ждите удар с воздуха. А, вон направление. Давай, прорываемся тогда, нужно прорываться. Тут сейчас, смотрите, сколько РПГ положило. Полегло. Они с одними РПГ и бегают. РПГ. РПГ. Они отступают что-то, пацаны. Что-то они тоже задумали, блядь. У нас 3 минуты. Ты, блядь, у вас всегда мало топлива. Ага. Лети, блядь. Блядь, как здесь? О. Кстати, интересно такое оружие. Смотрите. А кто по мне стреляет? Какое оно скорострельное. Вот я походу и настрелялся им. У меня патронов нету, у меня нет оружия, блядь. Точнее, оружие есть, патронов нету.
Я думаю, это уже с вертушки спускаются. 5 минут осталось, нужно прорваться реально. 90 секунд до взлета. Да иди ты нахрен. Блять, реально, смотрите, возвращаемся туда, откуда бежали. О, блядь. Сейчас сюда ракета залетит, блядь. На, блядь. Все, я сейчас залезу, и они тоже прибегут. Пошли, пошли. М21. Это, по-моему, такая, как у этого Вайса была, когда миссия была в этом. Видите? Ура, спаслись. Я не знаю, как они прорвались, честно. Сначала назад, потом вперед. Почему враги не кинули еще столько же сил? Нас бы просто задавили, потому что там бы уже не было ни мин, ни хера. Это так, условности игры. Так, как говорится. Стоп, сынан Грикс, Грикс. О, бля, еще подстрелил. Еще одного подстрелил. И он так вот, блядь. Ой-ой, здесь громко сейчас будет, сорян, пацаны, не знаю, как... Это не убавляется, не настройка, это не блин, это не хотел. Что поставишь? О, смотрите, объединенные силы сейчас будут. Joint Operation, объединенная операция. Мы уничтожили ублюдка! И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Имран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Через сына, да? Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. Комаров знает, где находится парень. А я понял. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Конечно, знает. Грехи отцов. Вот сволота, а? Сволота не то слово, да. Еще там мразь. Интересно, мы за СОПа, да, будем с объединенной армией США. Да, Южная Россия, СОПа, конечно. Духи отца, Южная. Опа, это... О, вот это снайперка. Блин, вот это снайперка, вообще, смотрите, какой там слово, блядь. Это на медведя охотится? С одной этот. С одной пули. О, русский. Занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Кумбаки, блядь. Блядь. А как вылезти сюда? Соу, почистить башню, живо! Ёб твою мать, что ты хочешь, Прайс? Пошли, пошли, пошли! А, блядь. Вот это вот. Ну, на бак, я понял, блядь. Ну, я одним выстрелом двоих снял только что. Ой, это снайперка. Мочи, да? Зачем такую мощную, я не знаю, если СВД бы хватило. Я сюда по скорострельнее буду. Нам бы еще надо снайперку, которую Прайс... Который Прайс это... Захаеву руку. Руку Захаеву пристрелил. Грехи отцов. Ура. Можно снайперку это менять, я думаю. Молодец, Газ. Супер крас. Красавчик. Одевайте вражескую форму. Пора гасить. Морок, мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы.
Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Опа. Это стелс. Переоделись. Два часа спустя, да, сейчас уже будет повидней. То было 4 утра или даже 4:30. Умора просто. Хорошо, что ты здесь, потому что на русского ты, ну, никак не тянешь. На солда, на русского. Б-6, на связи хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Я вижу 6 машин. Опа, это солегли, ну. Вас понял. Так, мы типа патрулируем. О, кстати, вот это мы возьмем оружку. Да пусть подъедут еще. Мы типа патрулируем. Тут мы все пиздаем. Я им еще световуху сейчас кину сразу, бля. Танк. Захаю. Сэр, вижу цель в третьей машине. Прямо сейчас прохожу мимо нее. Вас понял. Всем ждать сигнала. Ну, правильно все сделал, убил нахрен, блядь. Ладно, нам нужно на живые. Я все понял. Потому что на русского ты, ну, никак не тянешь. Русский соу, блядь. Б-6, на связи хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Я вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Супернова. Бюро по туризму. Это же Южная Россия. А тут что написано? Ресторан? Ресторан. По-русски я понял. По-русски и на английском. Ты дурак. Сэр, вижу цель в третьей машине. Ты дурак, кто это, на кого он? Колеса ему нахрен пробить нужно было. Это наш, блядь. Ух, блядь. Су, блядь. Очухивайся. О, стрель, это мразь. Стрель. На, блядь. За пятку хватай его, соу. Как он меня не пристрелил, я не знаю. Он сам пересрал. Цель пытается уйти. Соу, бери Грикса и за ним. Разберемся с подкреплением и последуем за вами. Пошли. Да, блять, у меня оружия нету. Группа Б, говорит хищник 1-6. Веду слежение за целью. Черт, какой быстрый попался. Быстрый, да, конечно, когда... Грикс. Его тоже потом убьют, очень жаль. На землю, Коль. Ты нахрен землю. Он ушел, мы его потеряли. Уходим отсюда. Он же говорит на землю, блядь. Цель пытается уйти. Суп! Бери Грикса и за ним. Разберемся с подкреплением и последуем за вами. Бежим. Группа Б, говорит хищник 1-6. Веду уже за целью. Черт, какой быстрый попался. Так, он направляется на северо-запад свалки. Взять его, живо. Так, объект движется на север. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Ух, сука, я уже вижу. Блять, где-то есть оружие. Там у меня одна снайперка. Прекратить огонь. Этот парень нужен нам живым. Смотрите, он еще отстреливается, блять. Этот Захаев, младший, блять.
О, отлично. Что наши войска сзади, честно. Грикс, красавчик. Сука. Не гранат, блядь. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Кольт. 911. 1911. Сейчас я вас, блядь, успокою. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым! Да я по нему, блядь, и не стреляю, нахуй нам не надо. Ну, блядь, уже нет. Мой. Бросай, 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 братан. Джиш. Джишечка. Он вы прав, я их здесь видел. Вот. Отлично. Блять, тебе мразь, повезло тебе, что ты нужен нам живый. Я бы тебя уже захерячил, не думал. Замер тогда. Иди, иди. Объект на крыше, прием! Отлично. Путь обмана. Бля, чё он оружие так долго доставал? Противники с другой стороны железного забора. Два противника с правого фланга. Кто-то есть на крыше. Объект на крыше, прием! Отлично, Берска, лучше не бывает, блядь. А, давай. Я всегда, короче, кстати, когда играл в эту игру, думал... Блядь, ну ёбаный блядь, как я ненавижу, блядь. Следить еще за этими дебилами, чтобы оно, блядь, не взорвалось, сука, конченое. Бесит, блядь. Кто-то есть на крыше. Объект на крыше, прием! Отлично. А, про что я говорил? Типа я просто представлял, что мои враги так же умирают, как я, и у них загрузочка на экране, и начать заново. Смешно, и тут готель полиция, дебилы. Это уже разработчики откровенно полиновались, потому что в России готеля полиция точно не могло быть. В Припяти, да, потому что Припять территория Украины. Ух ты ж, сука. Хорошо, сейчас мы его встретим. На, блин. Че, вы не знали, что граната убивает? Стояли все такие. О, вот это, блядь, это послушай, летчик это. А ты очень полезный, блядь. Слушай, ты мне рассказываешь, где какие туристы. Там просто машины эти конченые стояли,
стояли. И я пока что люди будут сидеть вон, это точно. Нет. Это точно что обстрел. О, а ты остальных не мог это валить, когда мы там по двору бегали, блядь? Ясно. Да, спасибо. Ты, они такие спокойные, конечно, блядь. Я в вертолете бы тоже был спокойный. А он куда пошел, наверх? О, второй этаж, понятно. Мы как раз на втором, блин. Раз, сука. Раз, хранил, отлично. Я всех должен сам убивать? Нахуй, чтобы я еще понял, где север, блядь, и где запад. Ура, блядь. Спасибо, прикрыл. Ну, работай лучше. Блядь, ты стреляешь там пулемет или нет? Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Ну, блядь, да. Тут уже мы не можем идти, тут уже развалюха страшная. Столы, как всегда, защищают, да? Перемещение на крыше. Ждите сигнала. Пацаны, кстати, дома на русские не похожи. О, бля. Он в вашем распоряжении. Ну все, с крыши он не спрыгнет, он слишком сильно любит свою жизнь. Террорист хуев. Ох, все. А не, смотри. Я думал, он любит свою жизнь. Ох, и мразь. Черт. У парня проблемы. База говорит B6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. Убил сам себя. Вот это, блядь, ладно. Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Вот это. Я его знаю. Мощно. Он этого так не оставит. Да, ну зато Захаев тоже покажет себя. Ладно, это мы закончим. Спасибо за просмотр. Ну все знаете, лайк, комментарий, увидимся в новой серии. Всем пока.